Привет, господа. Математика. Доброго дня. Итак, когда люди задаются вопросом, чем бы им заняться перед Новым годом на последнем занятии в текущем календарном году, неизменно дается один и тот же ответ. Ну, конечно, логарифмами. Естественно, логарифмами. Я переключен на... Так, это осталось от 10 класса. Чувствуют они себя замечательно, все живы и здоровы. Итак, в прошлый раз мы... начали познавать логарифмы и его свойства. Напомню и не буду уставать напоминать про основное логарифмическое тождество. Оно нам сегодня пригодится. Сегодня свойства будут еще чуть сложнее. Ну и мы сегодня, собственно, и закончим. Вам будет задано объемное домашнее задание. В следующий раз мы увидимся 8 января. Вы уж, пожалуйста, потренируйтесь. Дальше времени отвлекаться на это не будет. В принципе, эту растяжку я могу повесить за собой, просто чтобы она все время висела. У нас очень мало времени на очень объемную программу. Итак, основное тригонометрическое тождество говорит о том, в какую степень надо возвести число А, чтобы получить число Б. Ответ в степень С. И именно так записывается определение логарифма. Итак, для тех, кто еще не слышал эти слова, основное логарифмическое тождество. В прошлый раз мы с вами косвенно затронули основную прелесть логарифмов. В том, что когда... И основную прелесть свойств логарифмов. В том, что ну, одно дело, когда числа удобные. В какую степень надо возвести 2... чтобы получить 8. Здесь все понятно, c равно 3. Однако все меняется тогда, когда речь заходит о неприятных числах. Например, в какую степень надо возвести число 2, чтобы получить 7, или в какую степень надо возвести 2, чтобы получить, число 7. В какую степень число 7 надо возвести, чтобы получить 4? Вот есть у нас вот такие вот числа, c1 и c2. c1 – это логарифм по основанию 2 числа 7, а c2 – это логарифм по основанию 7 числа 4. Итак, это какие-то неприятные числа, однозначно. Это что-то такое, там, 2, 8, там, и так далее. Это что-то типа... ну, не знаю, какой-нибудь там 2/3, что тоже неприятное число. И, допустим, нас просят перемножить c1 и c2, рассчитать такие логарифмы без использования калькулятора или компьютера практически невозможно. А вот воспользоваться свойствами логарифмов можно. Сегодня мы познакомимся с таким свойством, как поменять местами показатель и основание. И, например, окажется, что выражение сводится вот к такому. Чувствуете, основание логарифма теперь это степени двойки. Представим 4 как 2 в квадрате и вспомним, что можно эту 1/2 вынести вот сюда. Тогда у нас основание будет вообще идентичным, и мы понимаем, что это соотношение равно 2. Чувствуете, без свойств логарифма у нас бы не получилось рассчитать эти иррациональные числа. Ну, это так, вводная такая песня. Первое свойство, которое мы сегодня освоим, выглядит следующим образом. Фиксируем его очень внимательно и тщательно. Это свойство, ну, если задуматься, реально потрясающе. Если у вас есть какое-нибудь число, например, число b,
И вы хотите представить это число через произвольное другое число. Ну, например, через число А. То чтобы равенство выполнялось, существует вот такое вот свойство. Ну, представьте, у вас есть число 6, а вы хотите, чтобы оно было числом 3. Тогда это 3 в степени логарифм по основанию 3 числа 6. И это следствие основного логарифмического тождества. В какую степень надо возвести число А, чтобы получить число Б? Ответ мы уже с вами записали. Но теперь, воспользовавшись основным тригонометрическим тождеством, мы представим его в виде логарифма. В какую степень надо возвести число А, чтобы получить число Б? Ответ – абсолютно тот же логарифм. Вот и доказательство. Понятно ли то, что я сейчас написал? И вот из этого свойства, следует еще одно фундаментальное. Что если у нас есть некоторое число? Как вы понимаете, буквы здесь выбираются совершенно спонтанно, они не играют никакой значительной роли, там, что А, что Б, что С, просто. Главное понимать, что это разные числа. Итак, если А в степени логарифм по основанию Б числа С, то можно менять местами А и С. То есть это С в степени логарифм по основанию Б числа А. Попробуем воспользоваться вновь основным логарифмическим тождеством. В какую степень надо возвести число А, чтобы получить С в степени логарифм по основанию Б числа А? Ответ – логарифм по основанию Б числа С. Степень числа С можно вынести вперед по известному нам уже свойству. Тогда слева будет логарифм по основанию B числа А умножить на логарифм по основанию А числа С, и все это почему-то должно равняться логарифм по основанию B числа С. И для того, чтобы доказать вот это вот свойство, а его опять же надо очень железно зафиксировать, оно на самом деле простое к применению. Можно менять местами основание показательной такой вот функции и показатель логарифм, то есть А и С. Для того, чтобы доказать вот это выражение, нам надо как-то упростить левую часть. На самом деле этим свойством мы уже в каком-то смысле воспользовались, когда вот я вот чуть выше, вот здесь вот, поменял местами основание и показатель. Это, оказывается, тоже свойство. И свойство тоже очень важно. Давайте вернемся вот к этому доказательству, вот к этому, чуть позднее. А сейчас проговорим то самое еще одно очень важное свойство. Как перейти, вот если есть логарифм по какому-то основанию А числа Б, а очень хочется перейти к основанию, ну, например, С. Тогда существует вот такое вот свойство. Мы можем перейти к частному двух логарифмов с любым произвольным основанием С. Ой, прошу прощения, здесь А. Причем основание логарифма идет в знаменатель, я бы сказал, даже в знаменательный логарифм, а число B в числительный логарифм.
Ну и теперь поймем следствие этого свойства. Представим, что мы стремимся от логарифма по основанию а числа b к логарифму по основанию b. Мы же можем так? Можем. Тогда в числителе будет логарифм по основанию b числа b, а в знаменателе логарифм по основанию b числа a. Но это не что иное, как единица. И вот оно свойство. Давайте я сюда перепишу. То есть, чтобы поменять местами основание и показатель, надо просто логарифм отправить в знаменатель. Мы сейчас вернемся туда, откуда ушли, то есть вот сюда. А потом опять вернемся к последнему свойству, то есть уже вот к этому, чтобы его также доказать. Итак, чуть-чуть промотаю. Вот мы хотим, повторюсь, да, доказать, почему и что левая часть равна правой. Что мы видим? Мы видим, что в одном логарифме показатель а, а в другом логарифме а – это основание. Значит, можно перейти к произведению логарифмов, имеющих одинаковое основание. Получится логарифм, точнее единицы, делить на логарифм по основанию а числа b, умножить на логарифм по основанию а числа c. Смотрим на свойства, вот на это, и понимаем, что это частное логарифмов с одинаковыми основаниями. А значит, это логарифм по основанию b числа c. Что? И равно правой части равенства. Доказали. Успеваете за мной нормально? Очень бы хотелось, чтобы вы поняли, что не на пустом месте рождаются все эти свойства, что это все логично и, в общем, повязано на основном логарифмическом тождестве. Ну что же, теперь я доказываю свойства. Замечательно, что успеваете. Свойство перехода от логарифма по основанию а, это я вот про это свойство говорю, к логарифму по основанию c. Для этого надо доказать следующее равенство. Значит, вот отсюда перехожу сюда. Воспользуемся, по сути, свойством пропорции. То есть тут как будто бы один, ну и крест-накрест перемножим. Получится, что логарифм по основанию а числа b на логарифм по основанию c числа a должен равняться логарифму по основанию c числа b. Основное логарифмическое тождество позволяет нам число b представить как a в степени логарифм по основанию а числа b. На этом уже это свойство определяли. Тогда это число b мы можем подставить, давайте объединим систему, в первое равенство. Начну с его правой части отдельно. Логарифм по основанию c числа b теперь можно представить как логарифм по основанию c числа a в степени логарифм по основанию a числа b. Ну, то есть, вот сюда b подставил. Степень способна вылезти вперед, и получится логарифм по основанию a числа b на логарифм по основанию c числа a, что и является левой частью вышеупомянутого равенства. Доказали? Доказали. Если все понятно, то пишем последнее нужное нам свойство. Это свойство, являющееся следствием вообще всего, чего мы сейчас обсудили. Но оно тоже важно. Итак, если логарифм
по основанию А числа Б умножается на логарифм вообще другой по основанию С числа D, то мы можем осуществлять вот такую вот хитрость. То есть менять местами все совсем. Иногда это помогает. Ну, помогает это обычно в том случае, когда вот эти вот исходные логарифмы не считались. Но если поменять местами, по сути, их показатели, то есть B и D, и они станут вот такими, то они могут вполне себе считаться. Ну, например, знаете, встретили вы такое произведение. Логарифм по основанию 2 числа 9 не считается на логарифм по основанию 3 числа 4. Вроде никаких шансов рассчитать. Мы, конечно, помним, да, что можно перевернуть логарифм, привести его к основанию 4, как следствие к основанию 2 и так далее. Но это же мы вот это свойство определяем как следствие всех предыдущих свойств. И по этому свойству мы теперь можем иметь такое произведение логарифмов, как логарифм по основанию 2, ну только да, не 2, а 3, числа 9 на логарифм по основанию 2 числа 4. То замечательно считается и равно 2 на 2, то есть 4. Важнейший момент. Все ли понятно? Все ли мы услышали? Ну как мы, вы. Давайте, так сказать, тогда резюмируем, что мы знаем. Так сказать, подытожив и прошлое занятие, и часть этого занятия. Итак, что относит к свойствам логарифмов? У нас должно их получиться суммарно 12. Некоторые из них важные, некоторые нет. Итак, логарифм, такой логарифм равен единице. Логарифм любого, по любому основанию числа единицы – это всегда 0. Сумма логарифмов с одинаковым основанием позволяет перейти к одному логарифму, где показатели перемножаются. Разность логарифмов с одинаковым, акцентирую ваше внимание, основанием позволяет перейти к логарифму частного. Если есть возможность выделить степень у основания и показателя, то эти степени лезут, соответственно, в числитель и в знаменатель в зависимости от того, показатель это или основание. Тем самым логарифм способен упроститься. Шестое свойство, ну, мы не будем, ладно, шестое и седьмое не будем выделять, это отдельно про вот степень y, отдельно про степень x. Я думаю, из этого, из пятого свойства это и так понятно, и того у нас суммарно 10 свойств будет. Дальше, если есть логарифм по основанию а числа b, то мы можем перейти к логарифму с нужным нам основанием, упаковывая показатель в числитель, а основание в знаменатель. Давайте сразу отметим, какие свойства здесь самые, ну, фундаментальные. Вот это, ну и, собственно, вот это. Далее, следствием основного логарифмического тождества является возможность замены, ну, смены местами чисел А и С. Следствием этого свойства является возможность представить
число b вообще как любое число а, используя логарифм в степени. Очень важное следствие, свойство 6, это то, что мы можем менять местами показатель и основание, помещая логарифм в знаменатель. Ну и, наконец, я бы не назвал это фундаментальным свойством, это общее следствие. Возможно, вот такая игра с вообще вроде как не связанными логарифмами. Вот и все. Если все понятно, мы начинаем двигаться по вашему домашнему заданию, рассматривая, что там вообще будет происходить. Итак, у вас там будет аж 24 задания, и в каждом еще есть отдельные буковки. Итак, 43, 14. Я везде буду делать А. Там поначалу все просто, необходимо вычислить. Ну, допустим, такое выражение. 2 в степени 2 плюс логарифм по основанию 2 числа 5. Здесь в этом домашнем задании вам понадобится и свойство степеней, и свойство логарифмов. Итак, у нас сумма в степени сумма. А значит, можем разбить ее на произведение. И вот свойство логарифма. Можно поменять местами двойку и пятерку. Получится 4 на 5 в степени логарифм по основанию 2 числа 2. Это единица. Итого ответ 20. Давайте так, если вдруг что-то стало непонятно, вы говорите там 14 номер, непонятно, и я к нему возвращаюсь. А так просто иду от номера к номеру. Опять надо вычислить. 2 в степени 3 логарифма по основанию 2 числа 4. Итак, пользоваться сейчас свойством перестановки двойки и четверки нельзя, потому что, видите, здесь есть коэффициент перед логарифмом. От него сначала надо избавиться. Избавиться от него можно двумя способами. Первый способ. Мы вспоминаем свойство, что а в степени k в степени m – это ак умножить на m. И более того, можно внутри произведения менять их местами. Поэтому мы перейдем вот к такому выражению в этом случае, если таким способом будем действовать. Это 2 в степени логарифм по основанию 2 числа 4 в кубе. Давайте назовем это первым способом, а это вторым способом. Тогда в случае использования первого подхода, давайте сюда перепишу, а то там как-то неудачно получилось. Мы будем пользоваться свойством, ну вообще тут даже и перестанавливать, менять местами не обязательно, потому что логарифм считается, это 2 в квадрате получится, да, то есть этот логарифм равен 2. Ну, можно и поменять, если хочется. Заодно, кстати, мы понимаем, что 4 в степени логарифма по основанию 2 числа 2 это и есть 4. И здесь, понимаем, 2 в квадрате это 4. И еще 4 надо возвести в куб. 4 в кубе это 64. Второй способ это эту самую тройку. Можно запихнуть в логарифм. Тогда это либо 2 в степени логарифм по основанию 2 числа 4 в кубе, либо это 2 в степени логарифм по основанию кубический корень из 2 числа 4.
И опять, пожалуйста, пользуйтесь свойствами, если хотите. Но тут выбор, по-моему, очевиден. Степень 1/3 в основании логарифма, то есть кубический корень из двух, грустный переход. Поэтому мы, конечно, воспользуемся вот этим. И тогда вторым способом мы получаем 2 в степени логарифм по основанию 2 числа 64. А опять же, можно их поменять местами, можно рассчитать логарифм. Вот. Сам по себе это логарифм, в какую степень надо возвести 2, чтобы получить 64. Это шестая степень. Ну и 2 в шестой это 64. Либо поменяв местами, опять же 64. Вот видите, несколько подходов. Сорок три шестнадцать а. Опять надо вычислить. 8 в степени логарифм по основанию 2 числа 3. Ничего тут не поделаешь, кроме как менять местами. 3 в степени логарифм по основанию 2 числа 8. Ну и понятно, что это 3 в кубе. То есть 27. 43 17. Позвольте, я не буду это произносить вслух. Вот такая вот степень. Что бы сделал я? Ну, опять же, это произведение в степени, значит, можно воспользоваться свойством из примера 43.15а. Я бы... наверное, написал это вот так. Это 36 в степени 1/2 и еще в степени логарифм по основанию 6 числа 18. Что такое 36 в степени 1/2? Это 6. Корень квадратный. Ну, осталось вот такое вот выражение. Меняем местами 18 и 6. И ответ 18. Напоминаю, если непонятно, вопросы, не стесняемся. 43.18а. Одна четверть вот в такой очаровательной степени. Степени вновь сумма. Значит, пользуясь свойством, получаю 1/4 умножить на 1/4 в степени 1/2 на все тот же логарифм 14. Ну, мне опять же нравится следующее свойство. 1/4 в степени 1/2 и в степени логарифм по основанию 1/2 от 14. Квадратный корень из 1/4 это 1/2. Получаем 1/4 на 1/2 в степени логарифм по основанию 1/2 числа 14. Меняем местами 14 1/2 и получаем 14/4. Ну или 3.5. Двигаемся дальше. 5 надо вычислить.
Вот такое милое выражение. Кубический корень из разности степенных выражений. Итак, ну, делать нечего. Меняем местами 81 и 6, 7 и 9. Можно, конечно, от кубического корня перейти к степени 1 треть, но посмотрим, надо ли нам это. Итак, 6 получается в квадрате, потому что логарифм по основанию 9 числа 81 – это 2. И минус 9, потому что степень там единица. Получился кубический корень из 36 минус 9 из 27, то есть 3. Следующий. Опять вычислить. А тут простой пример. Отношение двух логарифмов. Это 5. Это применение свойства перехода к произвольному основанию, только в обратную сторону. Вот только и всего. Здесь пример помассивней. Дробь в числителе. Вот такое выражение. В знаменателе вот такое. Итак, что бы я делал? Я бы почленно поделил. Тогда получилось бы логарифм по основанию 3 числа 64. Причем вот эту вот 1/2 я бы послал в степень числа 64. Получился, ну, 1/2 это корень квадратный, а корень квадратный 64 мы с вами прекрасно знаем, это 8. Итак, делить на знаменатель. Минус 2, потому что логарифмы здесь одинаковые, просто сократились. Соответственно, остался логарифм по основанию 3 числа 8 делить на логарифм по основанию 3 числа 2 минус 2. Отношение логарифмов – это тоже свойство, что в предыдущем примере. Есть логарифм по основанию 2 числа 8 минус 2, итого 1. Ну так, Валерия, я ведь и не сокращал. Я почленно поделил. Вот скажите, если 8 минус 2 делить на 2, я могу написать, что это 8 делить на 2 минус 2 делить на 2? Именно так я там и сделал. Вот так логарифмы поделил, минус, вот так вот логарифм поделил. Сокращением было бы, если б я вообще вот так вот тут раз и зачеркнул. Но в этом случае логарифм по основанию 3 числа 2 перестал бы относиться к первому логарифму в числителе. Я же так не сделал, вот он, видите, по-прежнему на своем месте. Это обратный процесс поиску общего знаменателя. Вот на этом примере понятно.
что если у нас переход в эту сторону, то вообще все, все предельно ясно. Привели к общему основанию две дроби, и их там сложили или вычли. Ну, а я вот в обратном порядке. Вообще, это очень важный классический такой метод, часто ускоряющий решение задач математических. Имейте его в виду, держите как бы в голове. Дальше я перескочу через пару заданий. Они достаточно сложные, но это, там мало этих заданий, поэтому если я решу одно, то я решу полпримера. Ничего там страшного нет. Свойства применяем и думаем, что происходит с тригонометрическими функциями. Только и все. Именно тригонометрическими. Я перейду к заданию 43.24, которое несет в себе очень важный термин под названием «прологарифмируйте выражение по основанию 2». Итак, есть вот, допустим, такое выражение. 16а квадрат b куб. Что значит «прологарифмируйте»? «Прологарифмируйте» — это банально означает взять и применить логарифм, как говорят математики, в качестве оператора. Просто дописать так вот логарифм по основанию 2. Но дальше обычно просят это выражение каким-то образом упростить. Ну, как его можно упростить? Это произведение, правильно? Произведение. А значит, у нас есть свойство, где, когда логарифмы с одинаковым основанием суммируются, то их показатели перемножаются. Ну и мы переходим вот к такой сумме. И тогда первый логарифм обращается просто в четверку. Второй логарифм выглядит вот таким образом. Вынесли степень вперед. Ну и третий аналогично. Опять же вынесли степень. Это такое творческое разминочное задание. Теперь вы знаете, что значит прологарифмировать. Применить оператор логарифм. 43.25, похожее задание. Тут сейчас тоже будет. Просят прологарифмировать выражение 125а в четвертой делить на b в четвертой. Опять все то же самое. Раз и бахнули логарифм. Тогда это разность логарифма. Ой, тут по основанию 5 просят. Это логарифм по основанию 5, 125, а в четвертый. Минус логарифм по основанию 5, b в четвертый. Ну, все то же самое. Разобьем только на сумму первый логарифм. Во втором уже степень вынесем. Ну и дальше. Вот такая вот прелесть. Если очень хочется, можно вынести 4 за скобку. Там будет разность логарифмов. Написать, что это логарифм по основанию 5а делить на b. Это не так важно. В каком-то смысле... Вот это выражение, это уже является, это уже есть результат логарифмирования. Но все-таки дальше надо показать, что вы владеете свойствами логарифма. Дальше, вы не поверите, мы начнем, прикоснемся легонько. Что первое 3? Да, вы правы. Да, 5 в кубе это 125. Дальше мы прикоснемся аж к логарифмическим уравнениям, ну, естественно, простейшим. Ведь их суть не столь сложна. Логарифм по основанию 4 числа x есть логарифм по основанию числа 4, 2 плюс такое же основание 7. Итак,
Основная идея логарифмических простейших уравнениях – это привести к виду логарифм по основанию а числа b равно логарифм по основанию а числа c. И тогда логарифмы можно снимать. b равно c. Тривиально. Но обычно надо вот с правой или левой частью уравнения совершить ряд манипуляций. В данном случае сложить логарифм. Сложить, значит, перемножить показатели. И вот ответ. x равно 14. Даже спрашивать не хочу, понятно ли, потому что как-то может быть непонятно. Очень похоже на показательное уравнение. Помните, там 2 в степени x равно 8. Что надо сделать? Надо привести к одинаковым основаниям. Две показательные функции и снять основания. Вот и все. Двадцать седьмое задание посвящено тому, что не надо бояться переносить логарифмы в разные части. Самое главное и самое, простите, тут 6. И самое приятное, что есть в решении логарифмических уравнений, когда вы видите, что каким бы оно громоздким ни было, основания все одинаковые. Вот когда они не одинаковые, надо прям думать. Мы, естественно, это разберем там на следующих занятиях. Там есть самые разные методы. Итак, шаг первый. Нам надо, чтобы с x логарифм был в одной части, без x в другой. Справа разность, значит, можно поделить показатели. x равен 2. Здесь уже просто необходимо напомнить вам, что если вы получили x, не относящийся вот к этому интервалу, x больше нуля, например, минус 3, значит, решение данного уравнения не имеет. Показатель, в данном случае x, обязан быть положительным. Последнее, что мы сегодня... Тут еще, конечно, остаются всякие задания, но они не то чтобы сильно отличаются по смыслу. Я бы хотел вам напомнить или рассказать, что существуют еще вот такие вот записи. LG – это десятичный логарифм, и можно было бы его записывать вот таким образом. Но тут, знаете, такое математическое изящество. Давайте мы тут нолик зачеркнем, и тут буковку О, получилось LG10. Но, тем не менее, это очень характерные логарифмы десятичные. Поэтому их вот так выделяют в отдельную категорию. LN – запись. Равносильно записи логарифма по основанию число e от x. Такие логарифмы называются натуральными. Как считают эти самые логарифмы? Например, вот в задании 43.31а просят найти десятичный логарифм числа 50. Вот так вот писать, вот так расшифровывать этот логарифм не надо. Надо в голове представить, в какую степень надо возвести число 10, чтобы получить 50. Во-первых, такой степени как бы нет. Поэтому логарифм представляет как произведение 5 на 10 и пользуется свойством, что это 1 плюс LG5. Вообще LG5 достаточно часто встречается. Многие даже запоминают, что это примерно 0,7. Десятичные логарифмы, там какие-нибудь другие, например, LG1000 равен... Чему, господа, равен LG? Десятичный логарифм 1000. Вы правы. Если это LG, например, 1 сотой,
то это минус 2. 10 минус второй степени – это 1 сотая. Натуральные логарифмы применяются в расчетах только когда x вместо x есть сама экспонента. Ну, например, ln e квадрат, ну, допустим. Тогда это двойка. Больше ничего особенного вы там и не встретите. Натуральные логарифмы, они в уравнениях могут применяться. Но, опять же, до какого-то конкретного числа вас не поведут. То есть ln 5 – это ln 5. В какую степень надо возвести e, чтобы получить 5? Да черт кто знает. Вот пишите логарифмы, да и все. Итак, ребята, был рад с вами взаимодействовать в 2021 календарном году. Не болейте и встретимся совсем скоро, 8 января. Пусть у нас у всех все будет математически стройно в 2022 году. Красивый год, 2022. Вот, я надеюсь, что наши встречи для вас полезны. Ну, а для тех, кто еще в этом сомневается, вините себя, потому что домашние задания – это краеугольный камень тренировки в математике. Мозги у вас будут развиваться, поверьте мне, семимильными шагами. Да, с наступающим вас! Благодарю за наши встречи. И начнем Новый год с сложных показательных логарифмических уравнений. Приблизимся к неравенствам. Удачи вам! Берегите себя!